Всем привет, ребята! Сегодня я вам расскажу обзор по новой версии 5.4.9. Да, это не концепты. Короче, ребят, добавили новое оружие. Так мешает, ребят. Черт. Вот ПП Бизон. Вот такое новое оружие добавили. Мы наконец-то дождались нового оружия. Пока что на него скинов нету, вообще нету. Так что... Ну, это... Ну, еще обновили карту Баст. Я пока что не знаю, что там добавили вообще. Поэтому сейчас посмотрим. Ой, блин, я сказала. Баст называется Даст. Так, сейчас дадим для сервера. Давайте посмотрим, что у нас изменилось. Давайте посмотрим, что у нас здесь изменилось. Так, коробок нет. Как здесь добавили новый столб? Ладно, ребят, я пока что здесь ничего не вижу нового. Тут вообще ничего нет нового. А, кстати, если я хочу сказать то, что сейчас у Фарки стрим. Если хотите, заходите к нему на канал. Ну, сейчас проходит прямая трансляция. Можете посмотреть. Но я после этого ролика, конечно же, буду смотреть его трансляцию. Черт, здесь нету ничего нового. А, кстати, я заметил только. Мы убрали. Соседи. Где окна? Куда вы их дели? Ладно. Ну, сейчас мы встретимся с вами. Так, ладно, ребят. Здесь меня слышно. Так, посмотрим, что здесь нового добавили. Я только что увидел, что здесь что-то новое добавили. Либо это просто там не доделали. Нихера. А, кстати, еще вот это добавили. Я не буду рассказывать. Угу, это добавили. Или никто не замечал, потому что нихера не знаю в этом обновлении, потому что давно не был в БС. У меня автоматическое обновление, я не слежу за обновлениями. Так, пока что ничего необычного нету. Здесь ничего нету. Ну блин, где что-нибудь? Ну блин, значит это просто разрывы обманули. Но мы все-таки какое-то обновление в этой карте увидели. В принципе, ребята, это все. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И всем пока-пока!